أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Горе всякому хулителю и обидчику, который копит состояние и подсчитывает его, думая, что богатство увековечит его. О нет, он будет ввергнут в огонь сокрушающий. Откуда ты мог знать, что такое огонь сокрушающий? Это разожженный огонь Аллаха, который вздымается над сердцами. Он сомкнется над ними высокими столбами.